going to have a great year, I predict. The top Iranian general has been killed. A type of respiratory virus in China. Historic fires devastating Australia. Tell the Prime Minister to go and get from Nelligan. 向大家送上新年的... I mean, the virus that has now killed more than 100 people. Конкурс Евровидения. Вопрос о принятии новой конституции. Коронавирус. Benjamin Netanyahu victory. Папа Римский на карантине. International emergency. The start of something special. A new reality. Эпидемия. Ограничить контакт. Stay home. Мы сначала просто шутили над тем, что типа, люди закупаются макаронами, ха-ха. Все как-то еще они не так сильно волновались, как сейчас, и все такие, да, пустяки, пройдет быстро. Из Италии приходит сообщение о стремительном распространении коронавируса. Это все было еще не настолько серьезно. То есть мы еще искренне собирались, кто-то в Россию собирался лететь, кто-то, вот я собирался в Вену ехать. С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней. Ну, я правда, я не представляла себе, в какую огромную штуку это вырастет. В Чехии 150 заболевших. Мне казалось, что это, ну, типа месяц максимум, что все это возьмут под контроль. Заказывай с учинности от 10 března 2020. 10 числа объявили просто, что сегодня последний день. Потому что нам разослали письмо, что закрываются школы, и в том числе закрываются школы языковые по закону Чехии. И мы переходим на онлайн. И прям буквально за 2 минуты вся школа об этом узнала. Половина моих друзей обрадовалась, что неожиданные каникулы и так далее. А я начал следить за активно следить за ситуацией, мониторить, что как и где происходит. Я прям пришла с работы. Здесь еще был в этот день Сашин папа, который приехал из Москвы. Я прям пришла, сказала, что мне нужно срочно выпить виски, немножечко поднакидалась, даже поплакала, потому что мне казалось, что ну вот теперь беда совсем у ворот. Я не могла не материться, я просто целыми днями сидела дома и говорила, что я вообще буду делать, что мы все вообще будем делать. Вообще, это была полная растерянность. Не было такого, что как многие стали сразу изучать языки, там что-то делать, какая-то движуха. Мне просто ничего не хотелось и ничего не могло сделать вообще. Мне было очень страшно. То есть первую неделю я ловил просто панические атаки. Я помню, меня в четверг или в пятницу ребята звали гулять. Я такой, нет, ребят, я буду сидеть дома. Мне было очень страшно. Мир перешагнул отметку в 1,5 миллиона зараженных. What the? В этот день, когда нам объявили, что школы больше нет в следующий день, то у меня было очень плохо, потому что у меня болела голова, и меня знобило, и у меня была температура, я поняла это, и я очень боялась, что я заболела. В один день, когда у меня она повысилась очень сильно, то есть у меня было, по-моему, 39,1, и это уже прям я очень испугалась, то я звонила маме, и мама мне сказала, что мне надо собрать сумку в больницу, если мне ночью я не смогу дышать, мне будет тяжело. И это меня тогда очень сильно напугало, потому что я и так была уже в стрессе того, что я не знаю, что со мной происходит. Symptoms include fatigue, light fever, and a dry cough. Yeah, that's the cough. And then you sort of get better, and then it comes back. And then you sort of get better, and then it comes back. We all need to stay home. Stay at home. Stay home. Я заметила, что сначала на улицах стало тихо. Еще не было в Чехии коронавирус, по-моему. А как бы масок не было тоже, ни масок, ни санитайзеров. И ситуация с масками очень меня подкосила. Прям до слез, вот реально. У меня был момент, когда я прям разрыдалась от ощущения, что я чего-то, что что-то невозможно, и это вообще невозможно изменить. Я нашел в интернете видео, как сделать маску, ну, не знаю, даже маской это не назовешь полноценно, в общем, как сделать себе... Ладно, пусть это будет маска из футболки. И я достал свою старую футболку «Гражданская оборона», потому что мне показалось, что коронавирус, пандемия и вот эта огромная надпись «Гражданская оборона» на моем лице, это будет очень иронично.
тишине, по убитой весне, по разбитым домам, по седым головам. Правительство Чехии одобрило бесплатную раздачу масок населению. Но есть один нюанс. Распространять их будет чешская почта. Зачем же так цинично дарить людям надежду, а потом ее тут же отнимать? У нас так получилось просто, что мы должны были 19 марта лететь в Москву. Он должен был поехать в гости к папе, значит, маленькое короткое турне по бабушкам. Он очень сильно, естественно, этого ждал. И когда стало понятно, что никуда мы не летим, мне нужно было что-то ему сказать. И как бы у меня, в принципе, политика такая и по отношению к Саше, и вообще по отношению ко всем остальным. Если ты можешь сказать правду, скажи правду. И тут я не увидела как бы большого вреда в том, чтобы ему объяснить, что вот есть некая объективная большая причина, сейчас все страдают. Он очень сильно расстроился, ну, то есть как бы он ненавидит коронавирус за отмененную поездку и вообще какие-то ограничения, но при этом он понимает, что это там не какая-то моя личная вредность, а это вот такие обстоятельства. Но он бесится по-своему, но как бы это тоже нормальная психологическая реакция, было бы гораздо более тревожно, если бы он такой, ну ладно, типа не буду видеть свою семью, мне пофигу, пойду поиграю. Очень большое впечатление произвело, когда он впервые вышел и увидел, что все в масках, он понял, что это тоже, ну, значит, какое-то правило, которое не надо нарушать. Он ругается очень сильно, пытается все время ее куда-то там сдвинуть под подбородок или еще что-то, но терпит. Чехи оказались максимально законопослушными людьми, и когда им запретили выходить из дома, кроме как там на работу, в аптеку и в магазин, они перестали это делать. И вот эти постапокалиптичные картины, абсолютно пустой трамвай, абсолютно пустая площадь у меня рядом с домом, где обычно там тусуются сотни людей. Нет ощущения, что, знаешь, пытались каким-то образом обмануть систему, там, типа, как-то притвориться, сказать, что ты идешь в аптеку, а на самом деле, я не знаю, идти бухать, хотя куда, все закрыто. Последние дни работы, 13-14 числа, когда еще приходили последние клиенты, у всех была такая, знаешь, все улыбались, но все уже были в панике. То есть это был вот этот вот юмор, вот эти вот все перебирания этих мемчиков из интернета, но чувствовалось, что люди все равно-то паникуют. То есть люди действительно приходили, говорили, что «Ой, да это все надумано, вот вы видели этих людей, которые были?» И я нет, может, их вообще в больницах нет. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Ты просто отшучивался тоже так по-дебильному с клиентами, такой «Да, это все ерунда, завтра откроемся, недельку потерпите, все будет нормально». Вот, а сам ты просто так вот стоял. Я больше всего боялась, что, ну, там же как в этапах было, да, и как только нам говорили, там, продлили еще на 2 недели, мы всех клиентов передвигали на эти 2 недели. Там, продлили еще на неделю, мы всех этих клиентов передвигали еще на неделю. Мне казалось, что на второй, на третий раз люди будут говорить, знаете, ну, наверное, я запишусь потом. Мне это вот уже надоело, что вот это постоянный перенос. Но и люди настолько, наоборот, лояльны и сами пишут, типа, я там онлайн перенес свою запись, я к вам обязательно приду, держитесь, мы с вами. И вау, вот это для меня вау. Сотрудники у нас на процент работают, и так как нет записи, нет и заработка. То есть мы не можем сейчас обеспечить их в момент карантина какими-то, ну, даже маленькими частями денег, потому что их просто нет. Вот, и они это все понимают, и, ну, многие просто проводят время с семьей, стараются тоже обо всем этом не думать. Я начал очень много готовить. Мне не надо идти в университет, мне не надо куда-то спешить, я там встаю и готовлю себе, не знаю, не просто йогурт с какими-то сухофруктами, там еще с чем-то, а я готовлю там шакшуку. Создаю какие-то ежедневные ритуалы, которые помогают... Ну, цепляться за реальность, как якорь. По-моему, у Чарльза Буковски было, что не надо думать о деньгах. Вот в тот момент, когда у тебя остается последний доллар, они просто откуда-то появляются. Откуда-то появляется работа, откуда-то появляются деньги. Когда этого не происходит, я обращаюсь к родителям.
Карантиновидение 2020. На карантин все как один. Еще не было такого, что вся планета думала. I'm still standing after all this time. Мир объят огнем, словно Нотр-Дам. Все отлично, считай по губам. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. When you're not strong, and I'll be your friend. Коронавирус, коронавирус, отъебись. Ну, мне, с одной стороны, очень нравится, что это музыка на расстоянии вытянутой руки, но, с другой стороны, для меня концерты — это одно из наиболее сильных переживаний в жизни и удовольствий. Конечно, мне бы не хотелось, чтобы это совсем уходило. Блин, у меня есть билеты на конец июня на Kings of Leon, где-то, по-моему, в Гааге. Вот я подозреваю, конечно, что никуда я не поеду. Но концерт пока не отменю. Коронавирусу. Сегодня ходил в присутствие, где бываю относительно регулярно, и всегда жду в очереди минут 20-30. Никого, ни единого человека. Зашел и через 3 минуты вышел с нужной справкой. Карантинное чтиво Светы Труханович. Всем привет, меня зовут Света. На мне, как вы видите, маска. А между нами с оператором соблюдены 2 метра. В данном выпуске вы увидите, как мы будем гулять по именно моему райончику, и я вам все буду показывать и рассказывать, как Прага живет во время коронавируса. А это местный кебаб, который сейчас закрыт, но вы всегда можете даже заказать онлайн-доставку. Самое известное — это Дама Идло. Также вы можете заказать в Болте и в Uber Eats. Ой, у меня аж легкие начали болеть. Признаки коронавируса. Сейчас мы находимся в парке, он называется Летна. На часах у нас 10:20. И нам очень интересно, сколько же людей сейчас гуляет по парку. И, кстати, катаются они без масок. Как вы уже заметили, в парке почти никого не оказалось. Может быть, хотя бы на набережной мы кого-нибудь найдем. Надежда умирает последней, я бы сказала так. Мы пришли, а здесь никого все равно нет. Нет людей, только кладбище кораблей. Карлов университет – один из самых старейших университетов Чешской Республики. На данный момент, как и все другие университеты, он закрыт. Да, это действительно так. На самом деле, неудивительно то, что почти нет людей. Я на самом деле первый раз вообще вышла в карантин куда-то, потому что все люди сидят на самоизоляции, осознанно остаются дома, чего и мы вам желаем. Оставайтесь дома. На путь победы над коронавирусом стала Чехия. Главной селебрити этого события стал министр здравоохранения, у которого волосы, наверное, сейчас еще длиннее, чем мои. Эпидемия, бить бы, třeba, кульминовала, але поте... Что меня поразило, что здесь люди дико протестовали против и протестуют против Бабиша, против правительства. Выходят огромными, многотысячными демонстрациями Бабиша в отставку. И это все проходит мирно и хорошо, и полиция лишь охраняет, никого не давит.
И вдруг эти же люди, которые выходили на Летну с демонстрациями, с огромными, и вдруг они слушают Бабиша. Не стал дожидаться окончания выступления Бабиша и успел в магазин одним из первых. Сегодня мы ведем по всей стране карантин, но мы пока не знаем, в чем он будет заключаться. Теперь занимает твердое первое место в моем рейтинге самых идиотских заявлений политиков. Ну, паршивый чувак, но я просто считаю, что ему было обязательно объявить карантин или обязательно просто что-то с этим сделать, потому что если бы он это не сделал, то ему сильно настучали по башке. Нам же нужна правильная информация, чтобы как-то понимать, как, если что, наши действия изменять, и чтобы что сделать, чтобы было лучше. Если ты будешь туда давать фальшивые какие-то информации, то это ни хрена никому не поможет, понимаешь? Ты можешь думать, что да, это будет как бы лучше для моего имиджа как страна, но на самом деле тебе же это просто, от этого тебе же будет хуже, и хуже будет людям, которые живут в твоей стране. Все чешское правительство каждый день выходит на большую пресс-конференцию, рассказывает о ситуации в стране и подробно отвечает на вопросы журналистов. Новые данные публикуются по нескольку раз в день, и министр здравоохранения лично каждые пару часов пишет в Твиттер новости о развитии эпидемии в Чехии. Так что я не знаю, насколько это он такой молодец это сделал. Ну, он сделал то, что и надо было сделать. Причем я уверена, что как только все кончится, народ опять пойдет протестовать против Бабиша, потому что, окей, спасибо, что помог нам во время эпидемии, а теперь давай разбираться с твоими там деньгами, коррупцией и так далее. Это высший пик демократии, я считаю. I've developed mild symptoms of the coronavirus. Своим подписом подтвердил. Таянчи. Сенсидю. Ми торгуваю маскарина. Что я вдячен каждому из вас, что мы в масках. Together we are tackling this disease. Отношение обязательное масок. President Moon said he was sorry to the people. В Южной Корее отличилась еще одна церковь. Там брызгали соляным раствором в рот верующих, чтобы предохранить их от коронавируса. Брызгали всем из одной бутылочки, засовывая разбрызгиватель каждому прямо в рот и не дезинфицируя его после этого. 46 новых зараженных. Ангела Меркель в воскресенье ушла на карантин. The Prince Charles has tested positive for COVID-19. Бориса Джонсона перевели в реанимацию. Actor Tom Hanks, his wife Rita Wilson, they have tested positive for coronavirus. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin has the virus. Я вышла покурить на балкон. Это огромное пустое здание Сбербанка у нас напротив нашей работы. И оно пустое, и улица перед ним тоже пустая. И едет машина, одна единственная машина, полицейская, и из нее доносится через громкоговоритель. Соблюдайте социальную дистанцию, отнеситесь ответственно и с пониманием. Это было по-настоящему страшно. И при этом я вообще не ассоциировала это со своей жизнью. Ну, как бы, ну, пандемии, ну, чё. Мне повезло, что у меня есть работа. Мне очень повезло, что я могу работать из дома, я могу там раз в две недели приезжать в офис, и для меня это большое счастье, когда я вообще могу выйти на улицу, дойти до метро и куда-нибудь поехать. В центре внимания во Дворце независимости была и ситуация с закрытием России своей границы с Белоруссией. Я позвонила папе, и мне папа сказал, типа, нечего тебе делать в Белоруссии, оставайся в Чехии, по-любому там лучше здравоохранение, там будет лучше, ну, о вас заботиться, чем в Беларуси, которые там до последнего не вводили карантин, если я не ошибаюсь, там карантин так и не введен. И что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. В Германии, где тысячи случаев, где, я не помню, сколько заболевших, но там, вернее, там уже, по-моему, тысячи умерших, до сих пор обсуждается, не будет ли это нарушать права людей почему-то по каким-то правилам, если тебя будут штрафовать за отсутствие маски. Однако пока решили не делать это обязанностью, хотя бы потому, что в стране просто нет достаточного количества масок для всех жителей. На пресс-конференции чешского правительства ВОЗ обещала послать нам тесты. Когда они пришли, их оказалось 12. Хотите жить? Сидите дома. Сколько можно повторять? И послушайте, что говорит мэр Москвы. Мэр Москвы?
ввел такое понятие, как самоизоляция, и ввел электронные пропуска для того, чтобы люди сидели дома. То есть люди 65+, в принципе, обязаны сидеть дома, потому что это группа риска. Ты не можешь выйти за продуктами даже, господи боже мой, потому что тебе какие-нибудь там волонтеры должны это приносить. И я совершенно не понимаю, например, как это работает. У меня бабушка 88, и она все равно прется куда-нибудь. Ей вообще пофиг. Ей все равно. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, но сейчас нужно еще потерпеть. У меня, вот мой молодой человек, фактически муж, две его сестры, свекровь, его папа, все в Праге. Я не могу их увидеть, и я не знаю, когда я их увижу. И это очень сильно давит, потому что, конечно, здесь мама, папа, это все замечательно, но тем не менее, когда ты не знаешь, когда ты сможешь вернуться к своей семье, у тебя периодически прорывает, ты сидишь, просто пялишься в стенку, ты ревёшь, потому что ты ничего не знаешь и не можешь ничего, самое главное, с этим сделать. Чехия примет на лечение 6 пациентов с коронавирусом из Франции, где больницы уже переполнены. До этого, пару дней назад, чехи отправили 17 аппаратов ИВЛ в Италию. Медленно, со скрипом, но европейская солидарность все-таки начинает работать. Германия берет уже пациентов из Италии и Франции к себе, что очень как раз показывает, что Евросоюз работает. И вот эти вот евроскептики, которые потирают ладошки и говорят: ха-ха, вот ваш Евросоюз развалился, получите закрытые границы. Да ничего подобного, все работает. Именно то, что могут брать пациентов, могут быстро посылать помощь друг другу, финансовую, материальную и прочее, это и показывает, что Евросоюз работает в головах, да, а не на границе. Китай, где началась эпидемия коронавируса, постепенно выздоравливает. Европейские страны и отмечают последний день тотального карантина. Отмечают пока что снижение числа. Победим и эту заразу. Что бы я хотел сделать в первую очередь, когда все закончится? Ну, я, наверное, выйду из дома без масочки и просто вдохну. Ну, реально, просто пойти и, как раньше, погулять с подругой. Я отмечу день рождения, и мы все очень сильно напьемся. И будем обниматься, и нарушим границы социофобии моей. Я увижусь со своими друзьями и куда-то пойдем, может, в кино. Просто это все будет сейчас закрыто. В той же Праге мне дали работу. И контракт не заморожен, он теоретически подписан, но посольство Чехии в Москве закрыто с 13 марта. А это значит, что никто не знает, когда оно откроется, когда я, например, смогу податься на визу, получить работу и уехать работать туда, куда, собственно, меня взяли. Тоже прекрасная история, то есть каждый день ты ждешь, когда же, а оно все не происходит. И ожидание. Самое тяжелое это ожидание, конечно. Ну а пока мир готовится выйти из коронакризиса, специалисты продолжают предсказывать вторую волну заболевания уже осенью.